Всем привет! Мы с вами в царстве Mitsubishi. Прохладненько в салоне, хорошо. Это у нас с вами салон Mitsubishi ASX. Такой вот салончик. Смотрите, большой экран мультимедии, кнопка запуска двигателя, кожаный руль с кнопками. При этом еще кнопок много, и еще стоит даже одна заглушечка. Все электростеклоподъемники, такая вот небольшая ручка, тут видите, вставочка хромированная, мягкий верх, варик, понятно, подлокотник, салон у нас комбинированный, кожа алькантара, светлый такой верх, ну такой вот свет, маленький плафончик, микролифт, вешалки, так понимаю, что тоже мягкий верх, круиз тут имеется, накладки на педалях металлические. Ну вот как-то так. Здесь спинки у нас нету, спинка только одна. Тут предлагается два гнезда для зарядки, электростеклоподъемник. Ну и вот динамик тоже здесь есть. Ручка она же как ниша. Сзади все так твердым отделано. Уплотнитель имеется. И что здесь предлагается? Три подголовника, подлокотник, собственно, и все. И если у этой машины, допустим, передняя часть, вот скажем так, до вот этой стойки центральной, она как-то смотрится достаточно гармонично, красиво, то вот я вам сейчас сбоку покажу, смотрите, да, вот если так смотрится нормально, тут бац, как-то вот так все куца обрезано и все. Почему-то здесь ручки вот эти вот сделаны из хрома, непонятно зачем, черные рильнинги, смотрим, ASX, Mitsubishi ASX 2.0, Mivec, InStyle, полный привод и вариатор. 3600 стоит вот эта машина. Здесь почитайте, куча написано доп. Оборудование и так далее, и так далее. Адрес салона и телефон, все есть. Кто хочет, позвоните. Кому интересна такая машина. Но 3600, честно говоря, не знаю. Ну и цвет такой вот он оранжевый. В общем-то, ну, прикольный тоже цвет. По-своему, не знаю, как считаете. Двухцветные диски. Идем дальше. Pajero Sport. Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2.4, InStyle, 8-ступенчатый автомат, дизель, емкость бака 68 литров, тоже здесь почитайте, какие допы стоят, и стоит машина 5 547 тысяч рублей. Такие вот цены. Датчика парковки, что я тут спереди не вижу, огромнейшая эмблема. Outlander, серебристый цвет. Здесь у нас нейзованный свет, туманочки, двухцветные диски. Ну, опять же, повторюсь, что много споров, разговоров. Одни пишут, да ну нафиг, друг, товарищ купил, там кто-то еще, родственник. То есть не пишут, я купил, вот, а кто-то купил, и вот у него коробка полетела, там все такое и так далее. Другие пишут, что, мол, вот, тоже типа друг ездит, все такое. Вот он уже проехал машину там чуть ли не 1 000 000 километров, и типа варик работает. Понимаете, как это все вот так... Нужно взвешивать, подходить к этому очень так, я считаю, что очень грамотно. Все нужно, опять же, четко считать, взвешивать, вот и так далее. Если вы вообще не боитесь этого варика, то без проблем. Если как-то у вас есть сомнения, то не знаю, надо принять другое решение. Смотрите, смотрим, Mitsubishi Outlander 2.4, Mivec InStyle, полный привод и варик. Бензин 92-й, привод полный. 4 миллиона 270 тысяч стоит вот эта машина. Цены, конечно, сейчас аховые, поэтому, наверное, свою машинку лучше все-таки беречь, своевременно делать ТО, а помочь вам в этом сможет автоспот.ру. Вы купили машину, откатали 14 тысяч, и вот уже на горизонте маячит ТО. И сразу куча вопросов, как сэкономить, как не слететь с гарантии, где проходить, чтобы не терять время на поиск наиболее выгодного предложения у официальных дилеров для прохождения ТО на вашем автомобиле. Просто воспользуйтесь сайтом автоспот.ру. Ничего сложного тут нет. Выбираете марку своего авто, модель, модификацию и какое ТО будете проходить. Открывается карта и сразу видны все официальные дилеры. Вам остается только выбрать, где дешевле и записаться. Так как дилеры официальные, с гарантией у вас будет все в полном порядке. С Автоспот вы сэкономите и свои деньги, и время. Ссылку для записи на ТО оставил в описании. Сэкономил сам, помоги сэкономить другу. Поделись ссылкой. Вот у нас с пробегом машина. Ну что, с пробегом, так с пробегом. Давайте смотреть. В любом случае, 3 256 500. Также привод полный, Mivec Invite. Ну, естественно, вариатор.
Вот такие здесь допы еще стоят. Ну, как бы тоже цена, да? Она. Или это не отсюда? Так, а здесь получается, что этот штендер не от этой машины. Ну, в любом случае, давайте посмотрим. Здесь стоял Mitsubishi Outlander 2.0, MEV Invite, полный привод и вариатор, да? Также бензин 92. Вот такие допы на машине были. И по такой цене. Вот, считайте. Ну и что, идем дальше. Еще один аут. Тачки парковки спереди. Естественно, они будут стоять и сзади. Все такое. Лизон. Сейчас смотрим. Mitsubishi Outlander 2.4 MEVEC Ultimate. Полный привод. Так, дорожный просвет 215. И с допом. Что здесь? Вот почитайте, какие здесь допы. Ну и, собственно, цена 4 610 тысяч рублей. То есть еще дороже, чем даже тот. Такие дела. Еще, смотрите, у нас один аут стоит. Mitsubishi Outlander 2.0 MEVEC Intense Plus. Передний привод, варик 3560. Ну, наверное, все-таки там с полным приводом, за примерно такую цену, наверное, все-таки будет. То есть получается, что разница в цене, разбег небольшой. Тоже двухцветный диск, резина Yokohama. Ну, конечно, машинки несколько эти, они как бы устарели, да, модельки. Ну, что делать? Вот какие есть, пока других нет. Вот такое дело. Ну и, соответственно, в связи с известными событиями цены на них поднялись. Ну, вот как-то так. Смотрите, у нас L200 стоит. Такая вот злая резина, просто капец, да? Ну и сзади тонировка. А ручки у нас не в цвет кузова, так же, как и зеркала. Тут тоже у нас нет ничего, ни пластика, никаких ковров. Ну, открывать не будем. Тяжелый борт. Давайте посмотрим, что здесь предлагается. А тут предлагается, видите, у нас весла. Ну, вот такое дело. Зато допы есть. Имеется уплотнитель. Такие вот саморезы. Ручка. Три подголовника. И тут еще имеется подлокотник. Что здесь? Механика. Руль не в коже. Такой вот экранчик. Ну, собственно, и видите, да, такие вот крутилки, как в бюджетной Шкоде. А цена, наверное, машины будет 1 400 000. И там внизу, видите, заглушка, заглушка, заглушка. И тут тоже куча заглушек. Ну, то есть, вот такой вот спартанский вариант. Вот, смотрим сюда. Mitsubishi L200 2.4 Invite. Механика, дизель. Ну и что здесь у нас? Максимальная масса прицепа оборудована тормозами 300. Да, почти 5 лямов. Как-то вот опция-то не очень, чтобы очень. А вот так вот все это происходит. Вот такие машины в салоне, такие цены. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.